приехать в Москву. Ну, или что-то в таком духе. Может быть, даже про приезд в Москву не было речи. Что вы готовы встретиться. Давайте вот так договорим. Все. Но самое интересное, это продолжение этого разговора, которое случилось буквально через неделю или 10 дней. После этого грянул Курск. Вольного представления храбрых божьих, военачальников и воинов страны нашей, в различных страданиях жизнь свою, в подводном плену скончавших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Ну, давайте восстановим хронологию. С лодкой была потеряна связь 12 числа в 23 часа 30 минут. С этого момента был объявлен розыск. На розыск в таких условиях отводится штатно до 7 суток. Всем ясно, что это не так. Вот, пожалуйста, начиная с Курска. Ведь у меня был мой одноклассник, умер в прошлом году, жалко, на пенсии командир подводной лодки в Питере. Я через 2 дня ему позвонил. Говорю, Миш, чего случилось-то? Ну как, чего случилось? Торпеда, говорит, взорвалась старая. Я так думаю, другого так, говорит, ничего. Он сам командир подводной лодки. Чего ж плели? Сколько? Что можно выжили, наверное, можно... Да никого их уже не осталось сразу. Чего врать-то? Чего выгораживать военных-то? Это же военное учение. О чем информировать в данный момент? Ну, можно было, конечно, говорить о том, что с лодкой утрачена связь, но это же... Это не штатная ситуация, да? Но это бывает. Так? И можно, конечно, поспорить, и можно за это покритиковать. Но осуждать за это военных я бы не стал. Лгали нам постоянно и военные, в том числе повторял их слова президент. Ложь. Я все это повторил, дал его слова, вот дал эту ложь, то есть обнаженную, так сказать, уже выделенную, вымонтированную, и сказал, что это ложь. Показал весь ужас быта, вдов и так далее. И я понимал, что эта программа последняя. Собственно говоря, и перелом-то в отношении Путина к Березовскому произошел после того, как Первый канал ОРТ очень жестко освещал ситуацию вокруг Курска. И Доренко тоже досталось именно за это. Сколько это может продолжаться? Они за 50 миллионов долларов там закрыты. И он же позвонил на Первый канал и сказал, что Первый канал нанял шлюх, которые выступили по Первому каналу, чтобы дискредитировать его. И в том числе я ему потом доказывал, что это были не шлюхи, это вдовы офицеров, это действительно вдовы офицеров. Я впоследствии сам их видел там, в Ведяеве. И они продолжали говорить неудобные вещи, но он по телефону сразу отзвонил и сказал, вы нанимаете шлюх специально, чтобы дали им по 10 долларов, специально, чтобы меня дискредитировать. Каждое их возвращение домой было праздником. И каждый уход... И прощание